Что такое азан и икомат? Азан с арабского языка означает объявление, оповещение. Азан говорит о том, что время намаза зашло. Икомат — это тоже своего рода сигнал. Но только икомат говорит, что именно намаз начинается. Азан говорит о том, что время намаза зашло, а икомат говорит о том, что сам намаз начался. У азана и у икомата есть своя формула оповещения. На другом любом языке его нельзя произносить. Азан и икомат произносятся только на арабском языке. У меня на канале есть урок азана. Если наберете, там полностью об этом все говорится. И урок икомата.